И всем привет, с вами как обычно я, Свикс. Сегодня я вам покажу, как подключить ЕТО к своему серверу. Если что, ЕТО — это киберспортивная турнирная организация. Ссылка на ЕТО в описании. А мы погнали! Итак, мы уже на ЕТО. Вот весь ЕТО. Сначала нам на сервере нам надо создать ЕТО News Tournament Анонсы Плюс. Как мы создали? Заходим в ЕТО News, самое первое. Просто у меня не видно, не отображается, не знаю почему. Потом переделаем. Нажимаем подписаться. Выбираем сервер, куда мы отправим это. На мой сервер, который я создал. Потом выбираем на ETO News. Подписаться. Нажимаем подписаться. И также мы делаем со всеми каналами. И теперь, когда будут выходить новости с этого сервера, будет присылаться на ваш сервер. А на этом ролик заканчивается. Всем удачи и всем пока, пупсики мои.